То, что показывают в вашем телевизоре, может быть заразно. Вы и сами не заметите, как начнете повторять то, что в нем говорят, и жить, как вам навязывают. Мы не в состоянии никого вылечить, мы только диагностируем. Берем телеобразец и под микроскоп. Меня зовут Антон Гришин, здравствуйте. Об ушедшем либо хорошо, либо ничего. Нормальный год, в общем, был, 2016. Про наступивший 2017, по большому счету, пока мало что известно. Уже хорошо то, что невисокосный. Красный петух, конечно, образ яркий. Не знаю, как в Китае, а на Руси красных петухов активно пускали 100 лет назад. Поживем, поглядим. Ну а пока с Новым годом, с новым счастьем. И уже по традиции музыка. Добрая, смешная, грустная, светлая, великая. 9 симфоний, 3 оперы, 5 инструментальных концертов, 5 мюзиклов, музыка к 30 спектаклям и порядка, больше, наверное, уже, чем 90 кинофильмам. Мой гость – мэтр мировой музыки Владимир Дашкевич. Здравствуйте, Владимир Сергеевич. Добрый день. Всем вам привет. А сколько спектаклей было в театрах, я думаю, где-то за 60. Владимир Сергеевич. С Новым годом, 2017-м. С Новым годом, но я должен сказать, что 2016 год и 2017 год – это по тем книгам, которые я написал за последние несколько лет, которые вышли от «Теории интонации» и «Великое культурное одичание», это годы критического состояния человечества, и мало кто чувствует ту ответственность, которую должны чувствовать особенно мы, художники. Потому что от того, насколько мы будем честно смотреть на свою историю, на свое поведение, на самих себя, на ответственность перед детьми, теми, кто будут жить после нас, выяснится, способен ли человек как существо продолжать свою миссию на Земле. Дело в том, что человек должен критично взглянуть на себя. Ему пора понять, что он отнюдь не высшее достижение разума и не венец природы. Он находится в состоянии бескультурия. Его стремление к высшим целям тормозятся. Такие великие достижения, как полет на Луну, как выход Гагарина в космос, все это дело далекого прошлого. По-настоящему таких миссий и таких затрат на то, чтобы человек действительно стал творцом природы, не происходит, а происходит бесчисленное количество мелких и больших конфликтов, происходит война с братскими народами, стремление к экспансии по всему миру, и это при том, что мы должны скромно посмотреть на то, чем является наш человек, гражданин нашей Родины. Так, Владимир Сергеевич, так человечеству современному, 21 веку, может, ему времени просто нет? Самокопаться, оценивать себя. Сейчас время такое, что нужно деньги зарабатывать. Живешь одним днем и живи дальше. А вы про великое культурное одичание. Я в этих книгах пришел к выводу, который подтверждается ведущими невропатологами. Левополушарная цивилизация, она находится в шаге от пропасти, потому что левополушарники имеют очень низкий уровень самосохранения. И это очень опасно. Я бы сказал, что правополушарники, все наши великие предки, это и Пушкин, и Достоевский, и Толстой, и Чайковский. И Дашкевич.
Мы правополушарники еще и потому, что действительно все музыкальные центры, интонационные центры композиции, центр пения, центр общения с людьми через интонационные каналы, то есть все, что является музыкой, все это находится в правом полушарии, и музыка, и язык правого полушария. Владимир Сергеевич, ну вы же композитор с большой буквы «К», вы правополушарник. Вот скажите мне, пожалуйста, ну неужели нельзя на этих левополушарников действовать вашим самым страшным оружием – музыкой? Музыка всех делает все равно добрее, светлее и чище. Вы понимаете... Или это уже безнадега полная и никак не получится? Вы понимаете, что сама структура построения общества пришла к тому, что если раньше, во времена Моцарта, сочинения, новые сочинения звучали каждый день, и их знали и низы, и верхи, и это было всеобщей музыкальной культурой, и недаром Марсельеза, под которую срывали с земли Бастилию, французскую тюрьму, и совершали французскую революцию. Марсельеза – это копия арии Фигаро Моцарта. Композиторы прошлого были людьми чрезвычайно социально активными. Про Шопена Шуман сказал, что это пушки, прикрытые цветами. А современные? Сегодня к музыке относятся только как к развлекаловке, и даже те же сочинения Шопена играют так, как будто это набор букет моей бабушки. Так это звучит. А главное, что в людях остыла тяга создавать новые великие достижения. То есть человек должен прийти построить общество, которое лишено внутренних конфликтов. Так, Владимир Сергеевич, в обществе потребления невозможно создавать просто ради того, чтобы создавать. Люди создают и потребляют за деньги. Они создают деньги и их же потребляют. Так зачем же просто создавать? Вы сейчас говорите о каком-то идеальном мире, о добре. Вы понимаете? Это такие понятия, которые уже практически не существуют. Идеальный мир, вот представьте себе, если у человека с помощью нехитрых приспособлений отключить левое полушарие и дать работать правому полушарию, то он становится альтруистом, и в нем живут идеалы. И самое интересное, что он становится не способен говорить неправду. Так это же весь мир с ума сойдет сразу. Ну вот представьте себе, что... Политиков не будет. Представьте себе, что правое полушарие – это полушарие, которое заботится о будущем. Сейчас правое полушарие и все, что начинает работать под влиянием культуры и искусства, практически заблокированы. То есть музыка-то все-таки она работает не на левое, не на правое полушарие. Я всегда полагал, что музыка, ты ее воспринимаешь или не воспринимаешь? Вот я написал две оперы «12» и опера «Царь Давид». Мне все режиссеры говорят, достань $1 000 000, и мы поставим. Это за каждую? За каждую, да. Получается, что во всем мире практически вот эта система денег, которая превышает все разумные смыслы, деньги становятся важнее, чем жизнь. Как это бывает в обществе крыс, так называемый крысиный синдром, описанный лауреатом Нобелевской премии Лоренцем в книге «Агрессия». Так вот, выход за эти пределы может привести к самоуничтожению. Потому так что... Спасение это в чем, Владимир Сергеевич? Популяризировать, рассказывать? Или все-таки музыка способна спасти?
нас. Музыка, которую сегодня показывают наши средства массовой информации, это то, что они называют форматом. Это трех с половиной минутные песенки или какие-то небольшие фрагментики из классических опер. И мне невольно вспоминается такой фильм, как «Воздушный извозчик», когда Жаров ввел самолет в Москву, ориентируясь на трансляцию по единственной на весь Советский Союз радиоточке, трансляцию оперы «Пиковая дама». То есть на одном только информационном канале шла опера, которая идет 3,5 часа. 3,5 часа отдавалось оперному жанру, и это происходило довольно часто. Сейчас мы даже себе не можем представить по какому угодно музыкальному каналу, чтобы показали такое величественное сочинение. А музыка действует на мозг в том случае, если мозг воспринимает перезагрузку этой величины этого сочинения. То есть, скажем, в XIX веке было три формата: светские песни, интеллектуальная симфония и духовная месса. Месса шла 3 часа, симфония 30 минут, песня 3 минуты. В XX веке не стало мессы, осталось только два формата – симфония и песни. И в 21 веке остался только один формат – только песня. И мозг не воспринимает музыку, которая превышает длину 3,5 минуты. То есть это ленивое мышление говорит о том, что человек в принципе становится не способен производить расчеты для стратегического мышления. Для тактического мышления этого хватает, а для решения больших глобальных вопросов этот мозг уже работать не будет. И Владимир этого... Сергеевич, так может это не так и плохо? Ну вот смотрите, вас же знают не как автора 9 симфоний, 3 опер, вот царя Давида, да. Любого спроси, Владимир Дашкевич. Все говорят, Шерлок Холмс и Зимняя вишня. Это разве плохо? Понимаете, слава богу, не только. Есть еще и «Бумбараш», есть еще и «Собачье сердце». То есть фильмы, которые несут благородную миссию защиты человека от самого себя. А «Собачье сердце» – это как раз то, чего я написал в великом культурном одичании. Это предвидел Булгаков и профессор Преображенский, получил по полной программе. Вот такое существо. И надо понимать, что в такое существо превращается сам человек. Понимаете, от того, что его мозг может воспринимать только обербалк, главрыба, если помните, в «Собачьем сердце», да. Такие короткие слоганы и короткие образы. Он еще любит селедку, играет на балалайке. Да, и вот вам тот набор, который фактически уже сейчас часто присутствует под видом, потому что, ну, будем говорить прямо, игра на балалайке, она по интеллектуальному уровню примерно равна большинству образцов попсы. А попса – это жизнь многих миллионов людей.
Причем надо сказать, что попса действительно бывает иногда очень интересная, но даже при том, что она бывает интересная, это все эта индустрия меняет, выталкивает и хорошее, и плохое, и несет все новое, 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 а становится она по качеству, музыка становится все хуже и хуже. А интересная попса – это что? Ну, интересная попса, например, Битлы. Согласен. Из современной музыки интересная попса сейчас есть? Современной музыки сейчас есть то, чего пишут наши поколения композиторов: Артемьев, Рыбников, Гладков. Мы называем себя третьим направлением. Это то, что лежит на границе популярной музыки и классической. То есть есть интонации и жанры популярной музыки, а формы и традиции классической музыки. И я думаю, что, скажем, Моцарт был как раз третьенаправленцем. В большей степени попсовиком, наверное. Ну, по сравнению с Вагнером хотя бы. Явная попса. Ну, во всяком случае, у Пушкина его музыку играют уличный скрипач. По-нашему это значит, что его играли в подземных переходах. А музыка к фильму Масленникова «Шерлок Холмс» – это попса? Нет, конечно. Это симфоническая музыка. Я, собственно, догадывался об ответе. Мне просто было интересно получить его от вас. Музыка «Зимней вишни». Музыка к «Зимней вишне», вот здесь я на ней построил в «Божественной комедии» концерт для скрипки с оркестром, где эта музыка, сыгранная такими великими мастерами, как Алена Баева и Максим Федотов, она звучала совершенно как нормальное классическое. Как камерное произведение, я правильно понимаю? Как не камерное, нет. Это сочинение для скрипки с оркестром. Понимаете, киномузыка – это музыка заведомо не камерная, потому что она настроена на миллионную аудиторию. И она заведомо еще и близкая к классической, потому что она должна быть понятна, она должна быть лаконична, и она должна хорошо развиваться, чтобы войти в разные киноситуации. Так это же попса, Владимир Сергеевич. Это не попса. Это который симфония. Для миллионов. Это не попса. Нравится миллионам. Нет, это принцип сочинения классической музыки. Вот такую тему, такая тема, как, скажем, сочинял Бетховен, скажем, к Пятой симфонии, это тема, которая прекрасно может работать в фильме. И, кстати, так часто и получается, что используют музыку Малера к Пятой симфонии, которая в сотнях кинофильмах проходит и всегда проходит замечательно. Поэтому я думаю, что киномузыка, в отличие от попсы, она как раз ближе к симфонической музыке. И получается, что в 20 веке произошла такая история. Авангард сделал так, что огромный поток слушателей, которые были привержены классике, просто ушел из концертного зала, потому что они не хотели слушать эту музыку. И вот музыка погибла бы, если бы не кинематограф, который ее спас, и лучшие образцы киномузыки в 20 веке, вообще музыки в 20 веке были написаны в кино. Это такие сочинения, как, скажем, «8,5», Нина Рота с Феллини, это Александр Невский, Прокофьева и Эйзенштейна. А современные режиссеры вам сейчас, молодые, я имею в виду, продюсеры, режиссеры, они боятся вам предлагать? Владимир Сергеевич, вот нам бы хотелось музыку написать для кинофильма.
Они его боятся предлагать, нет? Сейчас, но это же Дашкевич, он не будет всякую попсу писать. Я сейчас работаю над двумя неслабыми проектами. Один – это «Дон Кихот», который ставит Михаил Левитин в Эрмитаже. Там уже написано 19 номеров. И я думаю, что Миша не остановится. И в это же время я пишу музыку для фильма Юры Грымова «Три сестры» с замечательным составом. Там работает Анна Каменькова, там работает Максим Суханов, там работает Балуев, Ясулович, Мазуркевич. То есть состав замечательный, и фильм получается очень, очень интересный. А музыка рождается в вас, она рождается, это все-таки дар или работа? Ну, понимаете, у меня все происходит довольно, так сказать, обыденно. То есть в полчетвертого ночи я просыпаюсь, записываю то, что приходит в голову, а потом днем надо уже работать, надо сделать партитуру, надо написать клавир, надо все сделать так, чтобы из этого сложилась та музыка, которая была бы достойна, которая приснилась, по большому счету. Да. В общем, да. Но, а бывает так, что проснулся окончательно, смотришь и говоришь: «Господи, что же я такого напридумывал-то ночью? Что же мне такое навеяло-то за ночь?» Да нет, или всегда обычно, в точку? Обычно организм, он уже так настроен, что он хорошо знает, когда что подсказывать. И в нужных случаях, когда мало времени, то ночные подсказки бывают очень эффективные. Спасибо вам большое. Еще раз с Новым годом. Спасибо, что пришли. Спасибо, что пришли. Я поздравляю всю аудиторию «Красной линии». Надеюсь, что то, что я сказал, никого не обидит, потому что моя цель – это размышление и попытка остановить вот это бескультурье, которое на нас надвигает. Я думаю, что совсем не обидит, только наоборот тонизирует. Спасибо вам огромное. Вам творческих удач и здоровья. Спасибо огромное. Вам это спасибо. Был Владимир Дашкевич. В следующую пятницу у меня в гостях режиссер Арсений Гончуков. Поговорим обо всем. Это был «Телесоскоп» и Антон Гришин. Смотрите телевизор. Увидимся.